Сегодня с 9 утра по Владивостокскому времени поднят по тревоге и приступил к проведению высшей степени боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе. Также в мероприятии задействованы часть воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения. Основной целью этой проверки определено наращивание способности вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений. Флоту предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить короткие сроки. На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важных районах Тихого океана, южную часть Охотского моря и отражение его высадки на Южно-Курильские острова и остров Сахалин. Заместитель министра обороны Фомину. Для проведения проверки создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии. В рамках мероприятия необходимо создать для проверяемых условия, максимально соответствующие содержанию и характеру современной вооруженной борьбы. В мероприятии задействованы часть воздушно-космических сил. Thank you.